Толкатель ядра Иван Юшков – мастер спорта международного класса, участник трех Олимпийских игр. Как спортсмен вырос в этих стенах. Сейчас тренируется на другой площадке. Здесь не позволяют условия. На протяжении этих лет как бы ничего абсолютно не менялось. То есть никаких ремонтов, никаких улучшений, никаких там спорт, новых инвентарей там не появлялось. То есть, соответственно, как бы условия для тренировок, для результатов высоких их здесь нет и не было. Резиновый пол в легкоатлетическом манеже весь в заплатках. Инвентарь пришел в негодность. Иван Юшков среди тех, кто горячо поддерживал идею передачи стадиона «Труд» в областную собственность. С ней он связывал надежды на улучшение участи главной спортивной арены Иркутска. Мы надеемся очень, что именно на этом месте будет отстроен новый стадион с современным оборудованием, современным покрытием. То есть, чтобы он соответствовал всем тем требованиям, которые предъявляют подобного рода спортивным сооружениям. Торги состоялись на этой неделе. Областное правительство выкупило объект у Иркутского областного объединения организаций профсоюзов за 330 миллионов рублей. Вся юридическая сторона сделки будет завершена до конца года. Новый собственник проведет детальное обследование спорткомплекса, проверит состояние фундамента, несущих конструкций, перекрытий. Следующим шагом будет разработка концепции максимально эффективного, а главное, целевого использования сооружения. Мы предполагаем, что это будет универсальная площадка, где смогут готовиться как раз вот несколько видов спорта одновременно. И мы уже подготовили заявку в Минспорт России на создание регионального центра спортивной подготовки по базовым летним видам спорта. И мы, конечно, надеемся, что спорткомбинат «Труд» останется и будет на спорткомбинате «Труд» как раз базироваться центр спортивной подготовки по летним видам спорта. Большинство поздних построек внутри здания – это в основном торговые павильоны – будут демонтированы. Оставят лишь те, которые имеют отношение к спорту. И еще – спортивный комплекс больше не будет по совместительству выступать концертным залом. Галина Тернева, Туяна Немаева, Виктор Тагмитов. Новости сейчас.